Утро. Рассвет 22 июня 1941-го. День, когда война ворвалась в мирную жизнь советских людей. Тогда ровный голос Левитана по радио объявил страшную весть. Но никто не мог и подумать, что война с фашистами затянется на долгих 4 года. В 4 утра к вечному огню почтить память ушедших воинов пришли ветераны и ученики школ, юнармейцы со своими педагогами. Усредненно. Почему усредненно? Потому что до сих пор находятся раскопки. Вот сейчас член правления юнармии Туманов Сергей, недалеко от Фрязино, ведет раскопки самолета, разбившись под Великой Отечественной войной. Это еще как минимум 2 человека. Усредненно погибло 27 миллионов человек наших самих граждан. 27 миллионов. Это не просто дань прошлому, это урок. Урок истории Вечного огня, передача важных кодов, подвиг, который останется в памяти, как держали наши деды и прадеды оборону, как защищали Родину. Во имя жизни на земле свои жизни отдали наши предки. Помнить и чтить подвиг победы важно всем поколениям россиян. Лилия Тимиева, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.